Всем привет! Центральная часть Страсбурга, называемый Большой остров Гранд-Иль, ограниченная рукавами Иль, занесен в ЮНЕСКО в список всемирного культурного наследия из-за неповторимости архитектурного облика. Это первый для Франции случай, 1988 год, когда в список всемирного культурного наследия был внесен весь центр города. Исторический центр города Гранд-Иль внесен в список всемирного наследия. Первый этаж каменный, остальные деревянные, богато украшенные разными скульптурами и декором. Сегодняшний Страсбург – университетский и промышленный центр Франции. В Страсбурге есть социально значимые сооружения, построенные в ту же эпоху, например, префектура, бывшее министерство Эльзаса и Лотарингии. Интересно, что исторический центр Страсбурга одним из первых среди других европейских городов был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ja, da werden wir jetzt einmal kurz nach links gehen. Diese Super. Epa. Воздух начинается. Как